Хай, мы на канале Эмилия. И что у нас интересного? У нас здесь вот песок. Песок? А что же это за песок? И такой замок у нас нарисован, да? Нарисован. Цветной написано. А с той стороны у нас дырка какая-то, глянь. Оп. А, давай, раскрывай. Открывай. Я помогу. Так, открываем. Так, что у нас внутри? Вон они, ступеньки. Ступеньки? Вот. Потом вот это. Такие ступеньки. Фью. Грязные почему-то. А, это, наверное, замок можно, да, как на картинке построить. Вот и вот это. А это чего? Какие-то конусы. Ого, квадраты. Песок. А это что? Песок. И все? Да. Вот это и все? Да. Ну, открывай песок, давай глянем, что это такое. Только не рассыпь на пол. На, ножнички. Нет, здесь можно. А, вот так, да? А ну, давай посмотрим. Вот. Что, песок сейчас будет, у нас песок на ул, будет весь песок? Ну, вот давай, высыпай сюда. Только не на пол, главное. О, блядь, он не рассыпается. Как халва. Да? Блин, какой на ощупь прикольный. Видишь? Он лепится, как тесто. А ну, давай. Давай посмотрим. Попробуй. Это что у тебя будет? Ступеньки на башню? Полный. Надо полную напхать, да? Вот. Утрамбовать. Да бери больше, не боись. Ну что, напхал? И все. А ну-ка, потряхивай, что получится. Ух ты, получились у нас ступенечки, по которым можно взбираться, да? Угу. Это ж целую башню можно построить, да? Теперь вот это. Давай следующую. Получается? Классный песочек. Классный песочек, да, Лянь, лепится, как вареник можно слепить. Это сильно большой вареник. Ну, большой вареник. Да. Ну, давай, посмотрим, что выйдет. Давай, оп. Что получается? Вытрухивается? Не разломай то, что стоит рядом. А ну, дай мне. Оп, глянь, стена получилась, да? Башня и стена. Угу. Ой, там что-то. Смотри, чтобы на пол не сыпалось. Дальше что у нас? Давай. Вот нет, вот это. Как здесь должно быть? Здесь должно быть вот так. Две башни по краям. Видишь? Ага. Давай вот такую еще лепи со ступенечками. Нам хоть песка хватит? Да. Это уже лишнее. Ты что-то напхал больше, чем надо. Поубирай. Да поубирай, Миля, очень много. Здравствуйте.
Да. Давай. Давай, давай, выкидывай, потом посмотрим камни. Опа, это покрасивее получилось. Угу, вот две у нас башни, да, по которым взбираться можно, и стена. А теперь? Теперь у нас что? Вот эти штуки. Ну, ставить не надо, туда песок напихивается. Давай, пихай туда песочек. И вот это. Ну, смотри, какую хочешь, или такую. Здесь две круглые башни. Какие хочешь, любые делай. Делай одну такую, одну такую. Как на ощупь песочек. Прикольный, да? Угу. И блестит так. Как будто мокрый, но он не мокрый, да? Просто прилипает. Как пластилин. Как пластилин, да. Все, хватит пихать туда. Давай, ляпс. Ну подожди, куда ж ты ставишь? Не, не, на стол начали, а потом поставишь. Давай, оп. О, видишь, бах. Давай, оп. Вот такая башня. Только мне что-то кажется, что это просто башня. Она должна быть, допустим, вот впереди стоять, да, вот. Почему? Так. Или сзади. Ну, не знаю, это не на верхушку вот это ставится? Нет. Или вот это? Пробую это. Эту башню надо. А где должны появиться ступеньки? Где? Вот здесь. Ну, тут таких нет, то нам столько не хватит песка. Хватит, хватит, хватит. Ой, зачем ты столько пихаешь? Песка не так много. Давай переворачиваем. Не, ну нет, вот сюда, на стол. Оп, башня. Оп, класс, да? Угу. Как настоящая. Угу. Давай. И немножко еще, видишь, последняя осталась. Совсем чуть-чуть. Ух ты, знаешь. Все, переворачивай. Оп, оп, еще одна башня. Классно, да? Давай только ровненько поставим. Оп. Так, а теперь давай вот такую ты еще не делал. Вот такую вот сюда поставим, домик. Давай. Не, ну ты же запихай песок туда. Вывалилось само, да? Не, не сюда, вот сюда, вот на эту, да. О, шикарно, башни получились, классные. Да? А еще вот эти. Не, ну это не ставится сверху. Так, ну вот такой у нас получился прикольный замок из песка кинетического, да? Классно, вот такие вот тут формочки интересные, вот сама коробочка. Тебе понравилось? Да. Классно? Советуем. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.